Прежде всего, я хочу сказать очень большое спасибо организаторам районного конкурса «Сердце отдаю детям», образовательным учреждениям дополнительного образования, которые смогли собрать здесь, в Доме творчества, во Дворце творчества Выборгского района, просто созвездие талантов молодых профессиональных педагогов, которые действительно показали свое мастерство. Удовольствие от конкурса получило колоссальное. Именно от общения с людьми, которые отстаивали свои мысли, показывали свои открытые занятия, давали мастер-классы. То есть вот тот спектр эмоций мне не передать. Очень здорово. Большое всем еще раз спасибо. Так держать.